В роддом Марина Гумерова приехала 30 декабря. После визита к врачу медики решили ее положить на сохранение. И не ошиблись. Ее сын Тимур появился на свет под звуки салютов и фейерверков. По плану он должен был родиться почти на 2 недели позже. Но малыш решил иначе. Очень расстроилась, что в Новый год моя семья будет без меня встречать этот красивый праздник. Вот. Пыталась оттуда отпроситься всяческими способами, под расписку, лишнее там, обследование какое-то и так далее. Врачи настояли на своем, что нельзя уезжать. И были правы, потому что в ночь с 31 на 1 начались роды. И так получилось, что 1 января мы появились на свет, самые первые. Сегодня папа Азамат шутит, что нашел своего ребенка не в капусте, а под елкой. После утреннего звонка от супруги предчувствие его не подвело. В 8:45 он услышал те самые заветные слова: «Ты снова стал папой». Я думал, он числа 20-21 декабря родится. Неожиданно было для вас. Да, в 9 часов. Она позвонила, но я слышал, что телефон жужжал, я не стал брать. Через 5 минут перезвонила, и все, сказала, фотографию прислала. Имя Тимур выбрали родители, а вот дату рождения 1 января 2022 года сам Тимур. Для семьи Гумеровых это 3-й ребенок. Старшие дочки Алина и Диана уже подросли. Разница в возрасте в 11 и 13 лет их не смущает, скорее наоборот. Девочки готовы оберегать и защищать своего маленького брата. У меня в классе есть Тимур. Мальчик. И я с ним сижу вообще. Вот. А я когда вчера пришла в школу, говорю ему, и учительница своей сказала. Вот она меня поздравила, потом она при всем классом это сказала. И все-таки начали возмущаться, типа, чё, в смысле, какой Тимур? Я такая, а коромысли. Несмотря на то, что маленькому Тимуру всего 12 дней, его родители уже думают о том, каким он вырастет. И здесь ответ однозначный. Это будущий спортсмен. В семье Гумеровых иначе никак. Отец – футболист, дедушка – заслуженный тренер России по лыжным гонкам и биатлону. Не отстает от него и бабушка. Лыжам она посвятила 10 лет своей жизни. В зимний вид спорта родители думают отдать и Тимура. На этот раз в хоккей. Мы за. Лишь бы здоровый был. Он уже сам выберет, кем быть. Вот нет у нас хоккеиста, будет хоккеист. Эти девочки у нас, одна гимнасточка, танцор. А потом они вместе танцевали. Для семьи Гумеровых теперь 1 января – это тройной праздник. Кроме Тимура, свой день рождения отмечает его бабушка Надежда Григорьевна. А значит, в первый день года они снова соберутся своей большой и дружной семьей.